Всем привет, друзья! Вот такая у меня клумбочка. Здесь у меня тюльпаны растут. В общем, я вышла на улицу. Пришло время раскрывать наши черенки туи, которые мы с вами черенковали в прошлом году. Это у нас было в августе месяце. И сейчас я хочу уже побыстрее открыть, потому что мне самой интересно, прижились ли они вообще или нет. Ветер сегодня огромный, такой сильный, не знаю. Вот они, череночки, сидят под укрывным материалом. В общем, давайте уже не приступим, мне уже прям не терпится посмотреть. Прилетела красавица с нами посмотреть тоже черенки, птичка. Ага, убежала, красавица. Так, я вам напомню, что черенки брались вот от этой туи, а ей уже примерно 5 лет, взрослое дерево. А, в общем, давайте уже открывать, мне не терпится. Так, открываю я первый раз при вас, я еще до этого ничего там не смотрела. Так, друзья, ну что, давайте смотреть, что мы видим. В общем, я их вот здесь вот так вот опилками разными, как он называть, еловые, сосновые, иголками, листвой, все это дело утепляло. Смотрите, череночки зеленые, это говорит о том, что они прижились, они укоренились. Сейчас мы их уберем стаканчики, потому что нужно будет их уже оставлять вот так в открытом виде. Мне, если честно, прям страшно это все дело раскапывать. Я боюсь прям как-то нарушить. Посмотрите, какая красота у нас здесь сидит. Вот, зелененькая масса. Это говорит о том, что там внутри уже корешочки. Так, давайте смотреть. Кстати, у меня, знаете, сколько было сейчас? Мы с вами посчитаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. Сейчас будем смотреть схожесть из 15 штук. Сколько укоренилось из 15 штук. Так, второй открыли. Смотрим. По-моему, ребят, тоже все замечательно. Тоже все зелененькое, отлично. Так, открываем следующий. Стаканчики. Ой. Так, что у нас тут произошло? Так, этот у нас непонятно что-то. Что-то непонятно, ребята. Корешков нет. Корешочков нет. Очень жаль, что нету корешочков. Скорее всего, черенок такой, наверное, не приживется. А вы знаете, в принципе, что можно сделать? Можно сейчас попробовать его засунуть обратно в землю. И, возможно, он за это лето примется. Давайте сделаем так. Так, давайте я вот так вот камеру поставлю, потому что, чтобы вам было видно. А потом, какие приживутся, я вам все их поближе покажу. Это перчатки у меня грязные в земле, и я беру камеру постоянно вот такими вот грязными перчатками. Давайте я сейчас всех открою, и потом вам поближе каждый черенок покажу. А здесь у нас сгнил черенок. Ничего не осталось, видите? Труха. Ну, его сразу видно, он желтый был. Так, это у нас стаканчики на мусор, на выброс. Так,
Зеленый прирост есть, в принципе, мы его оставим. Возможно, он примется. Так, друзья, в общем, у нас было 15 черенков. И вы знаете, получается как? Вот этот у нас под вопросом, но он зеленый. Я все-таки его оставлю пока под стаканчиком. Вот этот под вопросом. И еще один под вопросом, вот этот крайний. Здесь он тоже какой-то, знаете, безжизненный. Его сразу видно, что он не такой зеленый, яркий, как вот, допустим, вот этот черенок, да? В общем, что я вам хочу сказать. Это самый действенный способ укоренения черенков туи. Они укореняются очень хорошо. Это вот мною проверено. И где-то уже, наверное, на следующий год, этот год они пока постоят в земле. На зиму, естественно, я буду делать для них такой колпак. Буду укрывать их на зиму от морозов. И на следующий год я уже планирую их пересаживать на постоянное место обитания. То есть уже можно будет формировать какой-то сад или изгородь из туи. В общем, все, что вам угодно. В общем, ребят, если вам понравилось видео, поддержите меня пальцем вверх. Подписывайтесь на мой канал. Обязательно посмотрите видео, где я черенковала туи. Я вам ссылочку оставлю в описании под видео. Переходите, смотрите. Вот, я думаю, что эти туечки будут радовать нас в скором времени, украшать наш сад. Поэтому пробуйте, черенкуйте, у вас тоже все получится. Это очень легкий способ и малозатратный. Ведь сейчас, допустим, купите тую такую примерно, ну там 50 сантиметров, 70 высотой, да, она стоит существенных денег. А здесь можно, в принципе, за год-два вырастить свои туи при наименьших затратах. Поэтому это, в принципе, на сегодня все. Подписывайтесь на канал. Всем удачи, здоровья и пока!